Ремейки — сложная тема. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить хоть один действительно удачный ремейк, и вспомнить его не могу, хотя у меня второе образование как раз режиссерское. Я пересмотрела кучу фильмов. Я полагаю, что в ремейках, вот в таком, в чистом виде, вот прям по сценарию, в дотошных ремейках смысла никакого нет, если они изначально были хорошо сыграны и сделаны. А в ремейках, которые при этом вносят какую-то новую струю и дыхание времени, смысл, безусловно, есть. Нужно посмотреть, но я с трудом себе могу представить, что смысл в ремейке фильма «А зори здесь тихие», как и фильма, например, «В бой идут одни старики», есть. Ну, на мой взгляд, я так думаю, что его просто нету. Это просто какая-то эксплуатация старых культовых фильмов.